yo. I've been looking at the city lights. They ain't just stars, but they looking bright. Yeah, I'm making up for another life. I wish I'd have you just to keep you tight. Yeah, I've been losing time. Всем привет! Мы на стадионе Труд, и сегодня здесь проходит ежегодный детский футбольный турнир «Локобол». Победители встретятся с игроками из Челябинска, Златоуста, Сатки и других городов Челябинской области. У нас 2020 год выдался очень непростым, с особенностями из-за коронавируса, опять же. Есть ли какие-то ограничения сегодня на фестивале или уже как бы проще все? Да, у нас будут ограничения, мы не будем здороваться за руку, как это было раньше. Но в основном футбол, он такой вид спорта, что тут в маске, в противогазе не побегаешь, поэтому играем. Если массовые мероприятия нам разрешили, как только их нас разрешили, мы сразу же проводим этот фестиваль. Угу. Победители фестиваля что получают? Какие победители фестиваля получают кубок, лучшим игрокам специальные призы, футбольный мяч. Но в этом году, к сожалению, из-за коронавируса нет следующего этапа. А в прошлые годы они получали путевку на следующий этап фестиваля. Ну, а в этом году усеченный вариант, но тем не менее все желающие команды из Миасы и области в нем участвуют.